Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня нашим индюшатам 5-е сутки. Я вам хочу сегодня показать моих красавчиков. Вот они бегают, видите, лук едят с таким удовольствием. Показать и рассказать, чем я их пропаиваю, чем я их кормлю. 5-е сутки. 5 полных суток индюшатам. Смотрите, они уже немножко подросли. Так вот я вам покажу их. Вот. Лук схватили. Вот. Догоняют. Теперь пока кто не проглотит этот лук. Кормлю я их стартом пурины. Старт 1 для индюшат, для индейки. Вот они шустрые, прыгают. По пропойкам первые 5 суток они пропили у нас антибиотик энрафлон в водичке. И начинаем сейчас их пропаивать бифидум-бактерином. Бифидум-бактерин, пробиотик для того, чтобы хорошо у них работал кишечник, флора кишечника. Смотрите, какие интересные. Видите? Вот они гоняют. И каждый день в большом-большом количестве я им даю зеленый лук. Сначала рубила, у меня на подоконнике был мелкий, они уже весь его съели. Вот теперь у меня в огороде вырос вот этот лук крупный. Ничего, куски большие, но зато они подвижные. Хватают, заглатывают этот лук. С большим удовольствием едят. Вот он. И на пришеленец. Вот такой вот он, красавчик, глазастый мой. Растут, развиваются. Заходите на мой канал. Я буду вам их регулярно показывать. Бифидум бактерин мы будем пропаивать 3 дня.